Добрый день всем, это Extreme 35. Мы рады вас приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас водно-пешее приключение. Мы находимся на границе Вологодской Архангельской области в районе озера Вожи, в местечке, называемом Тардокса. По названию одноименной реки Тардокс. Тардокс или Тардокса, по разным картам по-разному пишут. Что нас сюда привело? Здесь находится интересная церковь деревянная, середины 19 века. Очень хочется ее посмотреть. Ну и, может быть, что-то еще интересное удастся снять, не знаю. Места дикие, глухие. Комаров тьма. Не знаю, что получится из этого приключения. Надеюсь, что все получится. Церковь мы снимем. Ой, комары, это ужас какой-то. В общем, сейчас меня сгрузили с лодки, с Тардокса. Дальше я иду пешком и по навигатору ищу эту церковь, потому что она стоит не в поле, как я понял. Церковь переделана была в советские годы в гараж под технику. Так, ну что, пожелайте нам удачи. По знакам проезда нет. Такой вот чудный мостик нас встречает, которому переезжать, наверное, очень страшно. Это речка Тардокса. В принципе, проехать можно. Так, качается еще немножко. Конечно, он подгнил. Идем дальше. Остатки брошенной сельхозтехники. Какой-то он там вообще штуковина огромная. Странно, что на металл это все не распилили, не разрезали. Там вообще непонятно, что. Ладно, подходить не будем. О, лиса! Лиса, лиса. Только что была лиса, видно. Бежала. Да, места тут дикие, конечно. Но пока поиски ни к чему не привели. Впереди деревня Мигуевская. Насколько правильно говорит навигатор. Этот куст, напоминаю, из трех деревень. Где-то здесь должна быть та самая церковь. Что-то пока я не могу найти. Похоже, дорога это ведет меня не туда. По навигатору вот он показывает там где-то в кустах. Но тоже как-то странно. Даже не знаю, как и быть. Церковь, понятное дело, давно заброшена. В свое время там, в советское время, точнее, была переделана. Вот гараж. Так, мы будем искать еще пока. Время есть. Это церкви какие-то опять останки комбайна. Комбайн Нива, насколько помню, назывался. Давайте подойдем, уж посмотрим тогда. Думаю, тут был большой колхоз. Судя по всему. Блин, а нам нужен не комбайн, нам нужна церковь. Так, сейчас подойдем поближе. Ну, вот он, бывший когда-то жнец. Железяки всякие. Остатки его колесика. Так. Самотехника уборочная. Написано СКП-5. Вот здесь видно комбайн Нива. А, тут я не ошибся. Кабина. Сейчас залезу, попробую. Так, это вот у него кабина. Руль. Прибор, ну все повыдрано, конечно же. Рычаги какие-то, куча всего.
Это, видимо, бункер для хранения зерна. Он же там накапливает какое-то время, а потом уже его выкидывает. В общем, такая техника. Ладно, это нам не нужно. Идемте дальше. Так, ну и вот его брюшко. Такие сверху штучки острые. Понятно. Идем дальше. В кустах виднеется еще один комбайн. Блин, тут прям кладбище комбайнов. Ну, конечно, не комбайн, какая-то тоже сельскохозяйственная прибуда. Сейчас из-за кустов выйду. Ну, похоже, я рядом с тем, что искал. И регулирование и очистку органов производить при запущенном тракте. Не знаю, что это такое. Может, кто-то знает, но вот это точно от комбайна ножи. Тут, короче, железо до хрена. Ладно. Вот она вроде бы проглядывает среди кустов. Сейчас еще пока полностью сложно угадать. Так, да, это она, это церковь. Ну все правильно, здесь. Так, ну сейчас не видно пока. Раз здесь был гараж для ремонта техники, сельскохозяйственной, еще чего-то. Мимо церковь была, поэтому и переделана. Так, ну вот она, наконец-то нашлась. Церковь Возрождения Господня. 1866 год постройки. Видно, железный купол у нее. Остались наличники. Так, ну сейчас подойдем ближе, будем смотреть, что она из себя представляет. Так, пробираемся через заросли травы. Неужели к ней другой дороги нету, а? Видно, сохранилась кованая решетка. У нее такой страшный уже уклон. Кованая решетка сохранилась. Сохранились вот колонны. Деревянные такой вообще. Не каждый раз увидишь. Видно остаток купола. Креста, конечно же, нету. Крыша покрыта железом. Так, ну давайте попробуем внутрь зайти. Видно невооруженным взглядом, какой уклон. Стена в любой момент может завалиться, похоже. Все-таки давайте рискнем, зайдем. Посмотрим. Печку повесили. Подлежит охране, как всенародное достояние. Что-то не особо тут охраняет-то ее. Похоже, книга храма. Кованые решетки еще раз. Так, это какой-то котел. Это, видимо, когда здесь был гараж, использовали. Потолки, вот видно, остатки сохранились, лепнины. Понятно, образов здесь никаких уже не сохранилось. Так, это получается то место, откуда мы зашли, это алтарь был. Так, а вот это был вход, куда мы сейчас... Вот, кошка. Я прям напугала. Тоже интересная резьба такая. Где она, дранка? Вот здесь, это нет, это краска. Не образа. Так, ну здесь видно, да, что, к сожалению, уже крыша обвалилась частично. Но в общем состояние сруба довольно-таки неплохое. Так, еще сюда пролезем. Это был вход. Центральный вход, главный. Интересно, деревянная церковь, конечно. Остатки шестеренок на полу, это, видимо, следствие. Вот это место, конечно, да, совсем беда. Ну, храм, как я уже говорил, 1866 года постройки.
довольно-таки не старый. А вот, кстати, похоже, вот какие-то остатки образов. Ничего не прочитать. Это электроспределительное устройство, видимо, когда здесь был гараж. И вот здесь тоже немножко остатки, скорее всего, прослеживаются. Да, тоже, конечно, страшный вид здесь. Так, ну какие-то иконки повешены. Соответственно, раз уж это церковь. Так, на улице пошел дождик. Это был алтарь, стало быть. Ну, видимо, да, вот из-за того, что в интернете так и написано, что из-за того, что пропилили эту дверь, въезд. Не знаю, какой трактор, конечно, мог заехать, она же больно низкая. Ну вот она поэтому и наклонилась так. Давайте посмотрим, что в книге храма написано. Церковь Вознесения Господня, село Тардокса. Памятник русского деревянного зодчества подлежит охране, как всенародное достояние. Так, ну здесь молитва. Какие-то брошюрки. Понимаю, что одну даже можно взять. Я думаю, что можно одну взять. Есть какие-то надписи. В 2014 году кто-то приезжал, в 2015. Изучено устройство кровли, убрали мусор. 2017 год. ТПК «Горизонт». Проще говоря, осмотрено на возможность проведения ремонтных работ. Тогда возьмем одну эту бумажку. Они здесь специально положены, чтобы брать. В общем, посещают, ну, так, видимо, не часто этот храм. Сейчас еще снимем вид сбоку. Так, вот здесь даже обшивка немножко сохранилась. Наклон, конечно, да, страшный. Фальш-окна, и как они там называются. Пара стекол. Вот эта дорога, наверное, идет в деревню, скорее всего. Странно такое ощущение, что как будто она в лесу построена. Кстати, береза упала прямо на этот храм. Ой, еще вид. Вот тоже видно колонну. Вот их там две рядом. Сколько знаю, не очень типично это. Хотя вон там еще что-то такое виднеется впереди. Понятно. Ну, вот чьи-то следы, кстати, есть. Вот, похоже, зверь. Да. Ага, вот его какашки. Будем надеяться, что не медведь. Я тут обкакаюсь. Так, ну вот вид спереди, как бы. Тут, кажется, совсем завал. Плохо сквозь листву, конечно, все просматривать. Ну вот видно и купол. Предел, или как он там называется, я не помню сейчас. Как-то так. Ну а это что было, конечно, уже сейчас не угадать. Наверное, просто какая-то баня или что-то. Короче, рядом находится здесь. Так, ну ладно. Еще одно место нами посещено. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, ставьте колокольчик. Комментируйте обязательно все наши видео.
Ну что, до новых встреч. Всем удачи.